меня откинуло. Ого, смотрите, выше неба. А здесь спокойно как, круто. Вадим, привет. А, машина летает в небе. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Logdog, Нига IP, Серега, Апкай, Стаканчик. Пацаны, скажите какие-то веселые слова. Здорово. Всем приветики, омлетики. Сегодня у нас самый эпичный ролик, который вы видели за последний год на моем канале, потому что мы опять будем записывать стихийные бедствия. Торнадо, цунами, наводнения и всякие огненные смерчи сегодня в этом ролике вас ждут. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем эпик. Серега, да, здесь настроил всякие постройки. Ну, я думаю, что они проживут. Ты их зафризил или просто положил? Положил, зафризил. Если ты их зафизганил, зафризил, они не улетят. Ну, посмотрим. Давай тогда начнем без огненного. Потому что огненный сразу всех сожжет. Так, ребята, это всего-навсего второй уровень. Ну что, машины улетают? Нет. Это просто беспонтовый, шумный торнадо. Смерч, хотел сказать. Да, буду говорить не смерч, а торнадо, потому что и так тоже считается правильно. Так, ну что-то слабо, да? Очень. Хорошо, давайте не будем вообще мелочиться. Сразу третий левел. Вы же знаете, что люблю эпик. О, землетрясение. Давайте лупанем чуть-чуть. Ну-ка, ломается что-то? Так, и давайте успеем поставить. Так. Итак, две машины. Посмотрим, улетят или нет. Мне кажется, просто мы наставили кучу машин. Танки точно не улетят с третьего левела. Так, один смерч появляется, вы видите? Вижу, вижу, вижу. О, чувака унесло, смотрите. Прощай. Круто. Офигеть, я не знал, что прям на третьем левеле уже так уносит. Дома еще стоят, машины. Дома стоят, машины стоят. Ну нафиг я в дом. А чего ты, Серега? Вон он идет сюда. Ой, а что это с ним? Не знаю. Просрал? Он так разве кончается? Хорошо, хорошо. Четвертый уровень. Сережечка. Сейчас, короче, мне кажется, машины улетят. О, кто хочет именно аттракцион? Садитесь в машину, вас сейчас унесет. Ого, смотрите, как трещит прям в воздух. Так классно сделано все. Очень эпично все смотрится. Надеюсь, ребята, вам понравится. Пошел, пошел, пошел. Смерч сюда идет, ребята. Идет сюда. Я хочу тоже полетать в смерче. А ну давай, поедь на машине прям в смерч. О, сюда идет, отлично. Так резко спустил. О, смотрите, уже приподнимает машины. О, кто-то за рулем. Правильно, правильно. Нас унесло. Ого, я вижу. Смотрите, приподняла машину. Короче, я побегу в смерч. Что будет, когда я побегу в смерч? А ну, давай, уноси меня. Второй же уносил. Ой, машина прилетела. Нифига себе он быстро, я не успеваю за ним. Хорошо, ребята. У нас просто очень много стихийных бедствий. Поэтому давайте будем ставить дальше. Домики. Пятый левел. Серега, ты готов? Да, я в домике. Надеюсь, он тебя спасет. Огненный, просто крутой огненный смерч, который будет все сжигать на свой... Ого! Улетела под воду машина. Еще одна. Вот это его унесло. Красава, красава. Дома стоят. Я пойду протестить. Так, у нас тут есть вот билдинг. И у нас есть тут дома. Давайте все-таки поставим какие-то дома. Серега, их, наверное, может, чтобы не зафризенные были. Вот так вот. Ловите меня. Я их расфризил, кстати. Да, понял. Хорошо, сейчас он пропадет сам собой, а мы ставим пятый левел, обычный. А пятый был? Давайте шестой. Ой, сейчас, ребята, будет. Ой, сейчас, ребята, будет. О, как раз тут заканчивается. Смотрите на это небо. Оно просто эпично черное сейчас будет. Ну что, смотрим, улетают дома или нет. Ого, это прям сильно. Ну что, ребята, давайте подпрыгнем. Глаз подкинуло, ребята, подкидывает. Прыгайте, просто когда смерч вас, прыгайте. Вас будут уносить. Ну давай, смерч, подкидывай меня. Над водой летю. Смотрите, над водой. Круто, я пролетел над водой.
огненный и этот торнадо у нас. Ну, дома не унесло. Ой, я вижу, подкинуло дом. Вот это летает все жестко. Кстати, мод намного графически улучшили. Круто смотрится. Дом вообще не видно тот. Просто чернючий. Хорошо, у нас еще очень много наводнений впереди. Что? Так, он не исчезает, почему-то тут торнадо. Может очистить карту? Сейчас все удалился. Он почему-то странно себя ведет. Так, ну что, мне кажется, можно уже, Серега, поставить даже грузовик. Сейчас у нас будет 7-й уровень. Поднимет ли танк торнадо 7-й левел? А следующая будет стихийное бедствие, наводнение. Ого! Вот это унесло. Серега, ты видел? Ребята, держите меня! Ого, я в скайбокс улетел. Я над этим, над ураганом. Там так спокойно, как в реальной жизни. Фу. Офигеть, такого давно мы не записывали. Вот это мощь. Вот это мощь. Танк унесло, унесло или нет? Да. Меня унесло. Тут и колеса. Броневику колеса. Ого, я вижу, броневик как рахит едет какой-то. Ну, колес у него нет. Ну что, я и бегу. Торнадо, давай, уноси меня в небо. Давай, 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 я тебя не упущу. Ты мой шанс, полетели. Вот, блин, откинула меня. Представь, Серега, было бы классно, если бы воду поднимала. Стоп. Стоп, останавливаем. Ребята, садитесь в броневики и в машины тоже. Сейчас будет у нас очень классный полет. Небольшое наводнение, чтобы не было всем скучно. Вот это затопило все. Круто идет. Ой, у меня жизнь потихоньку кончается. Но мы выжили. Ну как вам наводнюха? Нормально. Ну что, ребята, 8-й левел. Что можно поставить, Серега, тяжелого? Ну, огненный торнадо. Серега, знаешь, что мне кажется можно сделать? Можно сделать аттракцион. Берем машину, да? Берем... Это, короче, гениальнейшая идея, что вы можете увидеть. Берем веревку. Так. И прицепляем по углам, Серега. Отойди, отойди. И когда будет торнадо здесь, ты как бы будешь в машине сидеть, но не улетать. Прикольно? Да. Ну что, кто не сыт побывать в центре апокалипсиса? Потому что сейчас будет самый жестокий торнадо. Ну, не из самых последних. Сейчас будет, ребята, у нас 8-й левел. Я тоже сяду в машину. Ой, не успел. Ого! Колбасит как. Смотрим на машину. Смотрим на машину, что с ней будет. Вырвало колеса и веревку оторвало. Мне кажется, такие торнадо ставить, ребята, надо на Биг Сити, да? Ого! Я полетела. Вы где все? Я в машине. Живой? Я. Серега, что ты там делаешь? Кофе пьешь и смотришь на торнадо? Я откинула. Ого, смотрите, выше неба. А здесь спокойно как, круто. Вадим, привет. А, машина летает в небе. Стоп. Стоп, 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 ребята, это прям очень мощно. Но это и не конец. Короче, Серега, сейчас будет самое эпичное, что вы видели. Готов? Да. Ой, сейчас поставлю машины, которые не вызывают, допустим, лагания. Есть у нас такие. Смотрите, транспорт. И, допустим, вот эта машина, она не требует больших ресурсов. Смотрите на эти машины внимательно. 3, 2, 1. Полетели! Ого! Колбаса! А что дальше будет? И все? Я думал, будет подкидывать. Что за просрашно? Хорошо, Серега, хотите жестче? Нате вам такое землетрясение. Сейчас должны полететь. Это следующий уровень. Смотрите, вода аж выплескивается с берегов. О, вот это же поедет. Ого, танк колбасит. У-у-у-у, брейк на танке. Кто заказывал? Вот это...
Смотрите, я нажму на В, хоть не будет колбасить меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это все подкидывает. Но сейчас резко и кончится. Он как начинается, так и заканчивается. А что с танком? Нормально все с ним пойдет? Нам нормально. Ого! Ого. Это он, Серега, так кончается резко. Да. Как неожиданно пришел, так и неожиданно ушел, да? Ну что, остался самый последний уровень всех стихийных бедствий. Как вам торнадо и наводнение? А торнадо такой, вроде бы не мощный, но при этом я вижу, как колбасит танк, мне кажется, немножко мощный. Смотрите, как танк летает, как пушинка. Это что-то такое нереально мощное. Да, и он такую скорость имеет нереально быструю. Колеса улетели. Ого-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе, он закручивает, ребята. Круто. А что если ядерную боеголовку закинуть в торнадо, Дима? Кстати, ребята, досмотрите ролик до конца, потому что мы это и сделаем. Серега, все, я остановил его. Че, давай очистим карту, может? Нет, 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 потому что это не конец. Кто ко мне бункер? Это че? Я думаю, загасит ли огненная торнадо цунами? Не. Нифига себе мы сделали мясо. Ребята, это настоящий апокалипсис. Что будет, когда упадет метеорит и дойдет до вас волна? Вот такое будет твориться. Это что-то нереальное, да, Серега? Смотрите сверху, что мы сделали с картой. Офигеть. Как вам, ребята? Апокалипсис. Вообще круто. У меня даже лагает, если честно. У меня нет. Нет? Ну, так как хостинг на меня держится, поэтому я испытываю все нагрузки. Офигеть. Я вижу, как ваши трупы летают. Ой-ой-ой, там танк в голову прилетел. Вот это жесть. Стоп. Останавливаем систи. Ого, я их наставил. Там, короче, Серега было где-то 30... А, то машины еще были. Где-то 8 стихийных бедствий я активировал. Вот ну что? Ой-ой-ой, что-то творится нереально. Оп. Ну что, ребята, теперь настал тот момент, когда мы будем ядерную бомбу кидать в цунами. Я ставлю. Ой, не в цунами, давай ты в торнадо. Поставил? Давай одну лучше. У меня бункер БТР, ребят, залезайте. Потому что и так будет жестче. Давай, Дим. Ну что, ребята, поехали. Первого лица бутыри очень красиво. Да, согласен. Смотрим. Давайте только понаблюдаем. Я думаю, что она дойдет, ее подкинет. Ты не зафризил, Серега? Нет. Нет. Все отлично. Идет. Смотрите. 3, 2, 1, 0. Пуск. И, Серега, все четко по таймингу. Красиво. Ой-ой-ой-ой. Серега, теперь хочу сделать кое-что другое, но это будет более красивее. Хотите? Ну, не будет так взрывоопасно. Да, Серега, хочу много разных бомбочек. Гренвича накидать, вот этих вот. Понял, ставь. Сейчас, у меня тут, конечно, такое творится. Ай. Ну что? Ну зачем? Умный человек, сразу видно. Я случайно. Ты сверху? Все, запустил. А бомбы там есть внизу. Блин, я ничего не вижу. Такое что-то творится на этой карте. Он все черное. Все. Полетели бомбы, смотрите. Ооо, красиво, да, Серега? Так, пока смерч работает, надо еще парочку бомб подкинуть туда. Давайте подкинем, например, вот этих бомб. Ой-ой-ой-ой-ой, полетели. Ой-ой-ой, вот это жесть. Что говоришь? Танк откинули сюда без колес. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас Васаби, Бульбазавр. И кто-то там еще заходит. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет.
Сегодня у нас очень классный ролик, потому что мы будем испытывать разных SCP, монстров и аниматроников стихийными бедствиями. У нас будет торнадо, вулкан, хотел сказать, наверное, вулкан там есть, огненный торнадо и, конечно же, цунами. Пацаны, можете ставить много разных монстров, я буду вам даже немножко помогать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Пацаны наставили разных аниматроников, SCP-шек. Давайте для прикола. О, все, пока не ставьте, пацаны, у меня начинает подлагивать. Пока это мы еще... Я знаю, это требовательное очень из цепишки. Ну что, давайте начнем с огненного торнадо. Мне он очень нравится. И сразу пошел эпик. Они в углу, их откинуло. Да. Так, торнадо летит в эту сторону. Тут паровозиком просто все эти. Давайте мы, пока он идет сюда, мы поставим гиганта. Все хотели, чтобы мы потестировали гигантов. А у нас гиганты это кто? Вот. Давай, гигант. На тебя идет смерч огненный. Давайте... Не, у меня ком сейчас взорвется. Да? А я предупреждал, что будет жопа. Давайте еще один поставим. Как вы думаете, нормально будет? Ого, два огненных торнадо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик. Ролики выходят каждый день. Записываем всегда какую-то классную вакханалию. Вот как, например, сейчас. Он полетел, смотрите, воздух. Просто полетел. Смотришь, у тебя... Бум. А, кстати, аниматроники не двинулись-то? Во. Я сделал, что они теперь двигаются, ребята. Осторожнее. Побежали. Слышишь, они убегают от этого, от смерча. Думают, ну нафиг. Отец, ну ты видел? Конечно, они бегут. Это жесть, он пошел. Так, короче, я торнадо удалил. Слышь, они за мной бегают. Успокойтесь, мужики. Я сейчас испугался этого СЦП-рептилии. Давайте теперь обычный торнадо. Давайте жестче сразу. Время у нас не так уж и много, чтобы показать все, что мы хотим. Сейчас будет эпик. Давайте еще гигантов поставим. У нас есть вот такой вот. Включите мразь, пожалуйста, и не рекомендую. Во-во-во, пошло. Да я думаю, что уже, если делать, то делать красиво. Офигеть, что внутри происходит. Это у нас, ребята, шестой класс. Или по шестибалльной шкале, да? Шестой, шесть баллов, вот так вот. А можно по шкале лагов? А по шкале лагов у меня 30 кадров. 30 кадров у меня идет из 60. 70 кадров. Почему она его не дамажит? Хорошо. Давайте вот такое поставим. Еще. Ого. Слышь, они за мной бегают и все. Аниматроники психи какие-то. Почему никто не умирает из них? Или умирает? Из цепишка умер. А, нет. А, они между собой дерутся. Вот, блин. Ну, деритесь, и вас будет помимо этого еще и дамажить. Так, сейчас я удалю. А, вот. Торнадо удалил. Так, давайте очищаю карту, ставьте заново монстров. Только не надо NPC-шек этих ставить, другого пилпака ставь. Ой, аниматроников, которые дамажат. Сейчас мы их поставим, я помогу пацанам. Да, мне кажется, уже задержка началась. Да? Ну это нормально. Что хотел? Так, вот этих мы не будем ставить, я знаю, что они будут гоняться за нами. И вот эти тоже. Давайте обычных аниматроников поставим. Я знаю, с какого пака брать. Какого? Бабка Гренни. Бабка Гренни тоже нам нужна. Сейчас будет вообще эпическое что-то. Я помню, что из четвертой части не бегают. О, привет, сосед. О, слышь, он там ходит, дамажит. Слышь, не бей наших. Iron Man, не то. Скромников давайте поставим. И давайте еще... Там твоих братьев ставят. Но... Чумного доктора давайте поставим. Пусть позаражает, ходит всех. Он пошел, кстати. Ну что, давайте сразу седьмой класс. Цунами уже пошло у нас. Давайте цунами сразу лупанем. А почему бы и нет? Это маленькая. Фу. Ого, они подкинулись. Прикольно. Давайте еще разок, мне понравилось. Прикольно, красиво. Очень красиво.
у нас есть маленькая проблемка, те, кто не может летать. Скромники-то заагрили. Хорошо, я тебе включу режим полета, погнал. А что землетрясение не рабочее, да? Слышь, они вон бьют статую. Че кого они там бьют? А они им пофиг. Так, у нас есть торнадо. Так, я звук убрал, потому что что-то там стрёмно играет. Давай, торнадо против SCP, аниматроников. И даже зомби поставили. Ого, их SCP-шка мочит. Ого, Димас, они умирают. Ого. Что-то в небо там улетает. Димас скромников дососало. Да, я вижу, они улетают в небо. Блин, классный мод на торнадо, мне он очень нравится. Один из самых лучших. Давай еще машины будем ставить еще. А вот о, давайте. Давайте, пацаны, поставим разного всего много. Пусть они бегают, давайте и машину наставим. Ты хочешь, чтобы они летали в воздухе, типа, да, тачки? Да, да, да. Ты хочешь... О, давайте не такие машины, берите симфиз, которые взрываются. Так. Все, пока мы с ней будем, да, больше, потому что у меня кадры вылетают. У нас есть... У нас есть... Пацаны, давайте мега-цунами на потом, да, ставим? Или давайте сразу мега-цунами? Давай нам следует. Давай тогда, давайте землетрясение. Ого! Я не ожидал такого. Стой, стой, я удалю. Стой, 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 стой. Успокойся, успокойся. Я стал нюхать землю. Ого, как я и сказал, колеса отлетают. Извините, ребят, но это было очень сильно жестко. Это мега-торнадо, которое очень сильно крутит ветер. Обратите внимание, какая скорость. Ого, машины полетели в небо. Вот это скорость у тачек. Ой, я полетел. Надо мне в воздухе зависнуть. Мой диван. О, поезд полетел. Вот это скорость. Круто получается. Я тоже полетел. Я думаю, оно будет... Надо найти мод, который из себя делает торнадо. Да? Да, типа вот, достало много машин. Так, ребята, ставим еще... Ставьте быстрее еще много машин. Так, симфиз. Давайте давайте очищу карту, потому что у меня немножечко, да? Ой, красота сразу получается. Так, ставим машины. Я вообще сейчас потону. Где цунами еще? Ты хочешь цунами сейчас? Давайте вот землетрясение, а потом цунами. Я хотел огненное торнадо, но давайте землетрясение. Как, что хотите, то я сделаю, пацаны. Землетрясение. Знаете, наверное, надо стрим по таким проводить вещам, чтобы в комментариях, когда стрим, писали все. Скоро, наверное, будет, да? Знаешь, что я придумал, можно сделать? Можно, короче, сделать гонки со слабым землетрясением. Типа машины будут ехать и кидать. Классная идея. У меня, короче, миллион идей по поводу этого мода есть теперь. Можно сделать гонки, когда будут торнадо за тобой, типа, летать по карте рандомно. Ты выживание. Да, все, больше не буду говорить, а то еще кто-то сплагиатит. Димас, а в торнадо можно вселиться? Я не знаю, но есть такой мод, кстати, где можно торнадо управлять. Ну чё, землетрясение или цунами? Землетрясение. Давайте тогда слабенькое, потому что было очень мощное. Давайте вот такое, послабее. Да подожди, подожди, ты не вот это сразу... Я подлетел, чтобы у меня камера... Ого! Все, удалил. Удалил, 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 стойте, стойте. Не нервничайте, не психуйте, пацаны, все хорошо. Дима! Ты же сам... Че, прикольно. Давайте еще ставим машину. Позже, позже, пацаны. Сейчас мы зачистим это все цунами. Или давайте, давай... Да, давайте мега-цунами. А почему бы и нет? Я вот сейчас так встану. Вот я стою себе, просто отдыхаю здесь тихонечко. И тут такой цунами лупашит. Офигеть. Прощайте, ребята. Я на самом верху, Дима. Ого, вы видите, что творится? А, я выживу. Офигеть, я выжил, пацаны. Я реально выжил, вот как? Чудом, там где я стоял, нет машин. Димас. Да. Ты когда находишься на этом торнадо, у тебя иногда бывает такой эффект, как будто в глаза вода попала. Да-да-да, классно, да? Это часть мода.
я прям на волну бегу. Эх. Офигеть, оно их дамажит. Одна из самых лучших таких модов. Все, последнюю. Давайте даже не последнюю, а что давайте еще эпическое сделаем. Мне понравилось. Мега торнадо и мега землетрясение. Ты хочешь два стихийных бедствия? Да. Ты псих. Давайте потом еще. Давайте на это еще и накинем цунами. Так, давайте поставим вот этих машин. О, давайте поставим тяжелые машины, танки. Так, у нас есть же танки. Я сломался. Че нет у нас танков? А вот, да, есть. Ой. Ой, танк, извини. Я что-то тулганом не могу ставить танки, что такое? Привет, спринтрап. Привет, младший. Знаете, что можно сделать? Можно, короче, землетрясение сделать и цунами. Или нет? Как вы хотите? Все, лагает, не ставьте. Не ставьте, не ставьте. Может сразу три цунами лупануть? Давай. Нет, лучше три. О, я извините, ребята, я чуть-чуть больше сделал, чем я хотел. Офигеть, давайте улетим. Ого. Надеюсь, не вылетит, но это реально эпические кадры какие-то. Я лагаю. У меня тоже. А мне нормально. Кстати, танки вообще с места особо, да, не сдвинулись? А, они сдвинулись. У меня 600 пинок, это что? Ну что, ребята, вот эпик, вот. Я даже не знаю, есть ли смысл возрождаться. У меня лагает очень сильно. Господи, посмотрите, в небеса диван летающий. Удаляй его, удаляй, потому что это реально что-то неимоверное. Я думал, вылетит. Не вылетело. Танки падают, пацаны, осторожно. Дождь из танков. Стоп-сон. Я вообще один, кто выжил. Так, ну и что? И еще разок, только что-то мы сделаем такое не лагающее. Просто эпическое. 23 землетрясения. Эти машины не лагают, обратили внимание? Ну у кого как? Да? У меня нет. Ну не, не ого. Могу. Кстати, я не знаю, я такое еще когда-то записывал. Прям вообще эпическое. Ого. Машина вообще лагает, потому что... Все, больше не буду, больше не буду. У меня все, у меня... Ты куда поехал? Стой, там новая машина. Блин, я даже не знаю. Давайте все-таки... Давайте... Высаживаемся. Я хочу вот сюда просто полететь, чтобы сразу я не умер. Хочу постепенно умирать. Погнали. Я с тобой хочу постепенно умирать. Эй, погода портится. О, пошло. Дай мне угадай, я зря возродился. Да. А чё он туда улетел? Давайте отсюда посмотрим, как это будет выглядеть. Крутит, крутит. Машина пошла первая. Пошел дом месить. Ого, смотрите, как их сносит. Эй, торнадо, лети сюда. Димас, а там кто-то находится, мне кажется. Да? Ничего, не бойся. А на кого-то... Эй! Он улетел, что ли? Хорошо. Еще разок. Будет красиво. Пацаны, я нашел бункер. Ух ты. Он улетает куда-то, знаете почему? Нет, он возвращается. Ой-ой-ой, пошел прямо на нас. Ух ты. Он, знаете, кончается, так понимаю, сам по себе. Он не вечный. Все машины снесло туда. Ну и все, давайте их тогда в одну сторону уже сместим. Офигеть, давайте вот тут посмотрим, как это будет смотреться. Ой-ой-ой. Хорошо вам, пацаны? На. Нет, это мне тошнит сейчас. Давайте их помесим, машины эти. Ой, лагает, да, чуть-чуть? Чтобы его поместить, это их надо было разного цвета. Нормально, колбас, мне нравится. Мне сейчас будет тошнить. А
Да. Вода в воде. Прикольно получилось. И все, и последний раз. Прям в эпицентре я бы находил. Не, я возрядился. Ого, тут пацан даже под водой не поможет. Ну как сказать, я под водой нахожусь, и мне помогает. Да? Да. Я прям в эпицентре, только сверху. Я вместе с тачками в воду улетел. Вон машина полетела. Вот какой это уровень? Самый последний, 10-й. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас. Форум, Ампер, Угабуга, Зебра, Шоколадный Степа, Пика, FM Zoom. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Здравствуйте. Ребята, мы скачали сегодня крутецкий мод на стихийные бедствия. У нас сегодня будут смерчи, наводнения, землетрясения и всякие огненные белые торнадо. Если тебе текущий приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ну что, пацаны, по машинам. Так, я даже не знаю, где оно появится. Давайте будем смотреть, что с этого будет. Я решил, что будем мы ставить сразу с третьего левела, потому что это очень слабо, а так как мы хотим эпика, будем делать эпически. Поехали. Первый торнадо пошел. Ребята, это жесткий мод. Просто нереальный. Вы сейчас увидите, насколько это круто все сделано. Будет очень-очень сложно. И в конце ролика я постараюсь заспамнить много смерчей. Надеюсь, Гарри Спот не вылетит и позволит нам это сделать. Ну что, пацаны, кто не сыт? Заезжайте в него. Сдула машины уже? Так, ребята, ну что, давайте я попробую заехать в него. Посмотрим, что с этого получится. Даже интересно. Я проехал! Я сквозь него проехал! Так, стоп, он слабый. Он очень слабый. Давайте сразу четвертый левел. Вот это уже, знаете, будет пожестче. С четвертого левела прям вообще сильно. Ой, слышу по ветру, уже пошел виш. Чего там машина дымит? Вот это облака над нами сгущаются. Так, от первого лица. Ух, пошел там движ. Мы сейчас скачали всякие моды на спецэффекты. Поэтому очень красиво смотрится. Очень. А в конце ролика я поставлю торнадо, который так быстро передвигается по карте, что реально надо будет от него поубегать. Ну что, пацаны, кто не сидит возле него проехать? Я сейчас так и сделаю. Давай, давайте посмотрим, как он улетит. Может, а может и не улетит? Смотрите, машина подняла воздух. Красиво, красиво. Сейчас зелененькая машина полетит. Ну давай, 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 смотрю. Ой-ой-ой, я тоже хочу. Моя очередь. Торнадо держится какое-то время, а потом исчезают. Я проехал. Нет, ладно, я не проехал. Вот это меня швыряет. Так, я могу перевернуть? О, как в Сан-Андреас настоящий. О, пацаны, кто-то колесо потерял. Никому не надо запаска. Вот это колесо колбасит. Так, попробую, знаете что, на большой скорости пролететь. Скорость, скорость, держим скорость, дебелую. Ого! Вот это меня колбасит. Кстати, колеса не отлетают. И еще раз. Полетели, полетели. Нормально, нормально. Так, следующая торнадо, которую я буду ставить, это будет огненная торнадо. Это будет просто неимоверно круто. Все будет гореть и пылать. О, я вижу, у кого колесо оторвало. Еще разок в него заезжаем. Но это торнадо слабый, потому что дальше у нас будут такие торнадо, которые так сильно поднимают, аж до неба можно улететь. Так, стопе, торнадо, стопе, успокойся. О, давайте попробую сейчас между торнадами поставить землетрясение. Небольшое. Ой-ой-ой, что-то дрожит. Не сильно, да, пацаны, так? О, колесо отлетело. Прикольно, колесо отлетает. Ой, у меня колесо отлетело. О, я попробую без колеса погонять. Поехали. Может, сделать гонки как-нибудь с землетрясением? На. Ого, звук. Вы слышите звук землетрясения? Ой-ой-ой, что так громко? О, машина аж подлетает. Ребята, это при том, что всего четвертый левел. А здесь у нас есть 9 левелов. И самый последний, наверное, самый жесткий. Хорошо, удаляем, исчезаем. Так, ну что, ребята, теперь мы ставим огненное. Тихо, новая машина, ну что ты делаешь? Буду выживать дальше, без колеса. Так. Пошло огненное, пацаны. Ой, надо валить. Оно сразу тут появляется. Прям в нас. Ё-моё, быстрее, быстрее, быстрее. Вот это жестко. Ох, пацаны. Красиво, сальтуху сделал и поехал дальше. Смотрите, как все горит. Горит, горит прям сильно. Приближается, пацаны, приближается. Давайте будем стоять на месте, посмотрим, что будет с моей машиной. Или она мимо пройдет. Походу, идет на меня.
Так, это у нас уже пятый левел. Эй, да зачем мне кидаешь в это торнадо мощное? Так, давайте попробуем проехать. Уже дым идет с двигателя. Ну что, интересно, загорюсь я или нет? Вот это подкинуло. Красиво, красиво. Четко. Машина практически новая. Вот это меня посунуло. Еще разок разгоняемся. Попробую пролететь на большой скорости. Вот так, я вижу, первая уже жертва есть. Так, 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 разгоняемся, разгоняемся. Два колеса, все колеса отлетели. Вообще жесть, вот это мясо. Да что с моей машиной? Вы видели, как моя машина в воздухе взорвалась? Это было мощно. Так, давайте какую-то машину тоже себе возьмем помощнее. Все плечи. Так, давайте возьмем сейчас тяжелую машину, проверим. О, даже можно, знаете что, взять грузовик. И проверить, как грузовик сможет поднять или нет. Так, садимся в грузовик. Торнадо горит еще. Едем в торнадо. Не боимся, пацаны. Я все контролирую, все умрем. Мы все умрем. Представьте, когда мы будем ставить уже с последних левелов торнадо. Там будет пол карты, просто пол карты будет гореть. Разгоняемся, летим прям в центр. 51 километр в час. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где, пацаны? В описании. Ну что, раз у нас пацаны говорят, что все в описании, ставим смерч. Давайте сразу 6 левела. Мне кажется, 6 левел будет прям вообще эпично. Вы готовы, пацаны? Да. О, я вам не завидую. Тихонько, тихонько. У меня машина тяжелая, ты меня не подвинешь. Ого, звук! Уже толкает нас! О, пацан улетел, вы видите? Вот это звучище! Озвучка офигенная этих торнадо, прям как в реальной жизни. Грузовик шатает, но смотрите, я при этом не улетаю. Я стою на месте. Ой-ой-ой, оно такое, знаете, медленное, вальяжное, но при этом очень мощное. Ну что, давайте проверим, поднимем грузовик или нет. Так, ой-ой-ой, чувака откинуло. Я тоже, я не боюсь. Если честно, немножечко страшно. Давайте от первого лица. Нам надо прорваться сквозь торнадо. Полетело. Вот это там звук. Вот это швыряет. Ну, кстати, грузовик не так сильно швыряет, как думал я будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Я даже поблизости от него меня толкает. Мощная, мощная торнадо, да, пацаны? Да. Это мощь. Едить, колотить, египетская сила. Ай, блин. На. Кстати, колеса у грузовика довольно-таки сильные. Так, ну что, это было слабо. Так, давайте 7 левел. Приближаемся к эпичным. О, давайте вам сделаю, пацаны, сюрприз. Вам сейчас, вам понравится. Ой, я это вижу. Пацаны, уезжайте. Уезжайте быстрее, наводнение. Ну не мешай, дурак, ну не мешай! Колесо! Я утонул! Мы тонем! Колеса! А все колеса оторвало? Да! Вот это наводнение! Жестко вообще! Выходим! Я под водой! Смотрите, как круто сделано! Ой, жизни тратятся! А что не уходит волна? Спадает! Надеюсь, я выживу! Нет, не спадает! Ёлки-моталки, трусы на палке. Да. А чё волна не уходит? Мы умрем все. Я под водой езжу еще. Еще ездишь под водой? Ай-яй. Да. А можно выплыть? А плавать нельзя под водой. Кстати, было бы классно, да, если можно было всплывать? Да, эй, прыгай. А вода уходит, смотрите, потихонечку спускается. Я сейчас опять умру, нет. Чё так долго? Я в машину сяду, в машине воздух есть. Нет, я обманулся. Машина едет, я нажимаю вперед, а едет назад. Чё за фигня? Уходит волна, уходит. Наконец-то. Ё-моё, при том, что это не последний левел был, пацаны. Есть еще жестче. Это так, чисто поржать. Если поржать. Ну что, приближаемся к 8 левелу. Так, я беру машину. О, давайте возьмем дом на колесах. Ой, ты он чё? Потяжелее будет. Пацаны, сейчас будет землетрясение. Я на кресле. Поехали. Это у нас 8 левел. Вот это жесть! Ого, я подлетел! Ёлки-моталки! У меня все нормально. Все хорошо, да? Идем ко дну. Так, пока не взорвется. Ух, этот звук!
Ого, где я оказался? Ой. Ой. Классный звук. Левел 8. Торнадо. Пацаны, будьте осторожны, это очень опасный торнадо. Практически предпоследняя стадия. Ну что, пацаны, прощайте, вы были хорошими людьми. Я зажму тормоз. А комбайн не улетает. Я стою на месте. Вот это он гигантский. Вот это, ё-моё. Давайте проверим. Не сдувает мой комбайн. Я тяжелый для него. Ой, меня тащит, смотрите, нажимаю тормоз, он меня тащит. Нифига себе, он здоровенный. Ну что, давайте, не сым. Листья, все там крутит внутри. Давайте проверим, на каком расстоянии сейчас синюю машину сдует. Это я. Я вижу, ты не сышь туда ехать? Это очень стрёмно. Нет, я не что. Я на скорости еду больше. О, все, комбайн, нажимаем тормоз. Нажимаем тормоз и стоим. Ух, тащит, смотрите. А меня не сдувает, пацаны, комбайн тяжелый этот. Ну не комбайн, а экскаватор. Меня туда не занесло, потому что у меня нет двух колес. Бульдозер, наверное, даже это. Дима, у меня машина загорелась просто. Да? Я стою. Смотрите, в эпицентре не сдувает. А чего? Я тяжелый, что ли, такой? Это мощь. Ой, кацана колбасит красиво. Нет. Давайте в эпицентр. О, все, приподнимает. Есть, пошел процесс. Бум, ну я все равно довольно-таки крепко стою на колесах. Дима, машина осталась, а персонажа засосал. И так бывает? Тебя, короче, с кабины машины вытянуло. Ну что, пацаны, приближаемся. А, у нас есть еще последний прям. Ну что, давайте, чтобы было интересно, мы берем самый последний левел в этом моде. Ребята, это будет что-то нереально мощное. Так как мы хотим эпика, ставлю красоту. Давайте мы прям подальше поставим, потому что я боюсь, что-то будет страшное. Это сейчас будет полкарты гореть. Ой, колеса все улетели. Я на самой высшей точке этой карты. Я живой, пацаны, нормально, смотрите. Еду на работу, все хорошо. Бум. Ой, кто на трактор? Ой, я его удалил случайно, ну ничего, сейчас мы его еще раз поставим. Это я специально сделал. Так. Кстати, они всегда могут принимать разный цвет и форму. Это может быть другого цвета совсем, может оранжевого быть или желтого. Давайте я буду без машины, проверим, что со мной будет. А, я улетел в небытие и сразу сгорел, просто сгорел. Смотрите, какой смерч. Нереально мощный. О, давайте еще добавим кое-что. А он какой-то... Проверим, что будет, затушится или нет. Ой. О, это самое сильное наводнение, которое есть. Пошло, давайте взлетим над картой и посмотрим, как это вообще выглядит. Ой-ой-ой-ой-ой, ну смерч не тушится, а почему он не тушится? Он, кстати, быстро сошел, да, почему-то, тот дольше был. Да. Смерч его выжег, наверное. Такое возможно, что из-за смерча он быстро сошел? Ставим и вот такой смерч. Ребята, это самый эпический смерч, который есть. Он настолько быстрый. Так, давайте берем технику. Так. Стимфис. Давайте возьмем легковую машину, чтобы было интереснее. Так, прицепом брать не будем. Вот эту вот. Быструю машину. Сейчас два смерча воссоединятся в один. А такое возможно? Был бы классный мод. Они же между собой друг другом дерутся, кто мощней. Давайте в этот все-таки коричневый заедем. На каком расстоянии у меня затянет? Мне интересно. Так, приближаемся. Пока месть не затягивает, это очень странно. Так, заезжаем. Фу-у-у-у, все колеса отлетели сразу. И машина пердит. Одно колесо есть. Интересно, с одним колесом возможно ехать или нет? Ой-ой-ой. А мы сейчас проверим. Я еду немножко. Я еду с одним колесом. А, у меня два колеса по диагонали. У меня, короче, гироскутер получился. Надо равновесие держать. Че, едет машина? Даже не ожидал от этого мода, что он так прикольно будет сделанный. Так, а как отсюда выехать? Как думаешь, что будет на велосипеде заехать? Ой, я не знаю, велосипед... А я не знаю, велосипед отлетает колеса или нет? Нет, не отлетают. Так, мы заезжаем, я не боюсь этих смерчей. А я даже не могу бордюр заехать. Он такой быстрый. Там все... А, у меня колесо вообще жестко отвалилось. А ну-ка, полицейскую машину затянет? Бронирован. Так, сейчас мы поставим что-то эпическое. Кстати, вот здесь вот есть мощный очень торнадо. А, нет, нету его. Землетрясение. Я знаю, что сейчас. Самый последний левел землетрясения будет. Так. Садимся. Кстати, уже смотрите, он кончается.
Даже окончание этого смерча сделано очень круто. Смотрите, просто оп и кончился. Пацаны, все в машинах? Я на велике ничего. Ну что, готовьтесь. Что за прыжки мощнецкие? Попробуем поехать. А, не, машина не едет. Это жестко. Если этот ролик наберет, ребята, 3000 лайков, мы запишем выживание на деревянном доме с землетрясениями. И вообще с стихийными бедствиями, ветрами. Со всеми делами. Вот это колбасит. А, смерч, ну этот, еще и смерч есть? Это колбасит. Ничего, пацаны, мы живем. Вроде бы все хорошо, да? Вообще мощь. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Позитив и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классный мод на стихийные бедствия. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начнем сегодня все разрушать. Ребята, дождитесь до конца. Дальше будет смерчи огненные, цунами и даже наводнения. В Гаррис моде. Так, я побежал, Димас. Да, и если вам понравится, поддержите лайкосиком и подпишитесь на канал. Мне очень приятно, ролики выходят каждый день. Смотрите, я ничего не жму, я просто наступаю на него и бросаю вперед, и оно само едет. Без рук. Без рук. Просто. Серега, знаешь, что хочу затестить? Без рук. Что? Стопунчатки. Проверяем на машине. Ну-ка, я. А, тобой. Еще знаешь, что? Еще же будет зыбучие пески. Я уже, кстати, не езжу. А ну стой. Тихо, тихонечко. Ха-ха, я торма, видишь, держу. Офигеть! Ну-ка, я возьму. Нифига себе! Короче, классная штуковина. Удаляем. Мы наставили здесь кучу льда. Так, следующее у нас... землетрясение. Но оно будет, наверное, очень слабое. Слышишь этот звук? Да. Так, подожди, что? Во-во-во. Оно настолько слабое, что даже машины, наши дома не будут разрушаться. Эти дома, кстати, идут вместе с модом стихийными бедствиями. Поэтому они должны улетать, разрушаться и что-то делать еще. Короче, ничего не происходит интересного. Вот это, кстати, я не знаю, что это. Это смоляная штука, это она горящая или чего? Да, она горящая, она еще это может затянуть тебя. Вот смотри. А ну давай. Я допустим, вот на машине еду. Давай. И она булькает. Вот, о, что ты? Смотри, уже засасывает. Вот она, кстати, да. она уже затянула мое колесо. Я вижу. Ты как бы сел. Да, тебя потихоньку тянет в эту лужу. Так, хорошо. Серега, давай, а ну отъедь. Давай покажем сейчас намного интереснее штуку. Понял. Это у нас зыбучие пески. Должна, так, кстати... я заезжаю в них. Давай. Должна вся машина провалиться, по идее. Вот, и проехал. Ой-ой-ой, а что с тобой? Меня затягивает. Я такого мода еще ни разу не видел. Очень прикольный мод. Да, кстати, после того, как я в смолу попал, посмотри, что со мной стало. Я стал черномазом. Ну да. Хорошо, машина, разглючивайся. Кстати, в тот раз мы проверяли, она целиком провалилась, да? Да. Следующее у нас, это очень маленький смерч. Буду ставить его здесь. Посмотрим, делает он какое-то действие или нет. Нет. Джокеру все равно. И машина даже, которая там стоит. Ее даже не наклонила ни на миллиметр в сторону. Довольно-таки интересно. А на нас интересно. А на нас интересно, он как-то повлиял? Давай, я вот его ставлю и в него сразу забегаю, вот. Не, Серега, вообще никак, только визуально он есть. Да. Кстати, они со временем исчезают, даже если мы какой-то не удалим, все останется. Так, это у нас второй левел. Какая-то фигня, ой, которая сразу дамажит, не буду ее ставить. Землетрясение, которое намного сильнее. Ты слышишь его? Да. Да, кстати, я вижу... Балла. Серега, вижу по ее лицу, она, да, она тоже чувствует. Это Серега поставил такие лица? Ну, прикольно. Она стрельна, реально крутая. Хорошо. Она боится землетрясения. Серега, я не буду говорить, что, просто смотрим. Ой, ой. 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 А Димас, посмотри, как люди прыгают. А почему они так делают? Ой, Димас, вырубай. Вырубай, машина дамажится. Или не? Ладно, нет. Вот она задохнулась, бедная. Это что у нас? Black Eyesore.
О, что-то с машинами. О, Дима, скользко стало. Я гололед, что ли, запилил? Да. Да ладно, тут гололед есть. Серега, ты представляешь, какие можно челленджи записывать нам в будущем? Ну-ка, давай-ка я попробую сяду в машину, смотри. Давай, я включаю. Врубил? Во, все, сработало. Не, на машину не действует. Ну хорошо. Следующий у нас мини-смерч, который на воде, но он, наверное, будет просто манюсенький, да? Ну, этот побольше будет. Да, он довольно-таки неинтересный. У нас есть вот такая, вот что у нас интересное есть, Серега. Ай-ай-ай, горю. Огненный здоровый смерч. Вот это классный монстр. Смотри, как реалистично, да, Серега, смотрится? Да. Знаешь, в чем смысл? Они всегда разные. Отойдите, пожалуйста, оттуда еще раз. Они всегда визуально разные. Сейчас, подождите, вот. Вот, желтый, ай. То был оранжевый, а это просто желтый, у него, видишь, нету внизу такого, как бы, дыма. Просто смерч. Круто, просто здоровенный. Может, потом огненный смерч большой сделаем, ночь включим. Серега, да. Теперь вот такая штука у нас есть. О. Нет, смотри, на людей не действует тоже. Ну, это слабенький, потому что еще. Да, это слабенький. Ну да, чуть-чуть сдувает, кстати, ты чувствуешь? Да. Ого, смерч, я не видел его. Вот это кабан. Хорошо. Давайте будем спускаться ниже. Не будем смотреть водные, не будем смотреть землетрясения, будем смотреть самое интересное. Серега, ты готов? Да. Ого, смотри, они прям сделали такую штуку, что прям небо меняется. Да, вот это жестко. Смотри на машины! Ого, машина, они прыгают! Танк, смотри, даже сносит. Серега, представь, сделать гололед и вот это ветер, и все будет на карте. О, это вообще жопа. Но мы это сделаем в следующей серии, не будем все в одной. Смотри, прям воду затягивает в небо. Да. Ребята, смотрите, насколько это все глобально. И это всего у нас третий уровень. Хорошо. Жалко, что вот эту многоэтажку не сносит. Ну да. Кстати, есть карта, где разрушаются дома. Мы ж можем там потом запустить. Это да. Смотрите, как сделали, не резко пропадает, а прям как будто просто уходит циклон. Так, четвертый левел. Ой, Серега, четвертый, это будет жестко. Готовься. Я иду в помещение, пацаны. Буду с бункера смотреть отсюда. Сильно сыкотно. Ого. Кстати, в помещении... Вон сверху появляется уже. Вон. Кстати, внизу, если в помещении, оно не работает. Сделано будет на крыше оно. Так, идет на наш город. Это военный городок. Там военная машина большая стоит. Так, проходит мимо. Ты слышишь такие звуки? Звон какой-то. Да. Как будто там, знаешь, металл бьется друг об друга. Спасибо, кто меня лечит. Красавчик. Так, смотри, он идет. Подожди, а чего они нарушают наши дома? Он ко мне идет. Он ко мне идет. Во-во-во. Ого! Смотри, машина подкинула. Кстати, ребята, это не просто, мы сейчас еще будем дальше и выживать. Ой-ой-ой, прям наш город. Танк, смотри, как колбасит. Колбасит, ну, никак это, ну, не затягивает пока что. Так, все. Антициклон уходит, погода хорошая. Все отлично у нас. Пятый. Ой, ребята, торнадо. Что сейчас будет? Сначала торнадо, а потом опять эту штуку. Вы готовы? Я бегу, прощайте. Ой-ой-ой, надо сюда бежать. Нифига себе, какой эпик. А она мимо обходит их. Да подожди, сейчас она как тогда, наверное, может резко пройти на них. Побежим ближе. Не сильно она быстро прям перемещается. Так, идет сюда, прям на город, смотри. Это какой у нас? Это пятый. Это середина, получается. Так, не хочет идти сюда. Вот это у нас. О, нет. Чего, Серега, не ссы, я так 100 раз сделал. Ой-ой-ой, торнадо дальше будет. Смотри, грузовик полетел. Дома ломает, смотри. Воу, ничего. Смотри, подбрасывай в небо. Офигеть. Просто утянуло в небо. Ну, дома еще стоят. Грузовик стоит, танк стоит. А давай проверим, машины упадут сейчас с неба или нет. Все, торнадо кончилось. Резко. Как бы их торнадо в разные стороны разбросал. А вон, я вижу, они лежат, дымятся. Хорошо. Давайте дальше.
Серега, это будет сильно, прям вообще. То, что было сейчас, это цветочки. Ого! Дома у него! Я же сказал, что цветочки. Смотри, давай посмотрим. Ребята, пишите в комментариях, утащит ли танк в небо или нет. Потому что, мне кажется, танк не берет особо. Танк как стоял на месте, да, так и стоит. И грузовик, кстати, контейнер, он, видишь, с бензином стоит. Да. Ой, я улетаю на В, потому что мне настолько сыкотно появиться там внизу. Так, 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 сыкотно. Нормально. Танк! О, подняло! Ты что, ну лупашит? И грузовик. А ладно, все. Стопе, успокойся, ты сильно психованный. Так, Серега, ты готов дальше? Да. Торнадо ЕФ4. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. Все, на В нельзя летать. Давайте, чисто выживание. Кто выживет? 66 жизней у меня. Я в домик. Смотри, оно прям в воду опускается. А, меня затягивают, помогите. Я иду вовнутрь дома. Это ты правильно сказал, надо сюда. Я в этот домик, который я поставил. Я понял. Серега, кстати, Джокер и еще челик стоит NPC-шки, им ничего. Живые. Ого, эти бросают в небо прям. Ой-ой-ой. Было бы прикольно, если бы NPC-шек бы тоже в небо подбрасывали, они орали бы там. Это жесть. Мод очень большой, и ролик получится, наверное, длинноватый. Серега, смотри, что еще есть. Просто случайно цунами идет. Да нормально, резко, смотри, живые все. Ой, Джокер нормально стоит. Да. Ладно. Давай, Серега, поставим пару машин, потому что землетрясение есть очень мощное. И просто давай. Интересно, как оно будет реагировать. Так, погнали. Землетрясение. Ой. Ну-ка. Машину перевернет или просто будет подбрасывать мощь? Ого, ее откинуло. Смотри, как автобус танцует. О, на В подлететь. Офигеть. Можно. В подлети, не кидает камеру и видно, как все. Да уж, вот это жестко, Димас. Хорошо. Восьмой. Как, восьмой левел? 8 баллов, наверное, вот так может быть. Серега, беги. Ого. Машины улетели. А чё NPC стоят? Может, надо им включить, чтобы они игнорировать, выключить ИИ? Чтобы они бегали, может? Ну, попробую, посмотрим, что из этого получится. Они на месте просто стоят. Во, во, они начали двигаться, во, вот сейчас проверим. Так, Смерч, посмотрим. Иди сюда. Вот это кабан. Там контейнер их. В воздухе летает. 2 штуки, 3 даже, наверное. Да, во, подбрасывают, смотри. Джокер офигевает. Во-во-во. В воду падают, прям такие видно штуки. Офигеть. Ничего себе, ребята, да как? На В буду стоять, чтобы видеть, как это все в эпицентре в нем. Вот-вот-вот, полетели. Все, кончается. Так. Ой-ой-ой. И все падает с него. Тупо все падает. Можно больше еще насадить предметов, чтобы было эпичней. Тут бензовоз, блин, взял и взорвался и сгорел. Да. Из-за того, что ты подкинул эту смерч. Давай карту очистим, и я наставлю нового. Чпонькс. Я все удалил свое. Так. Ставим большую машину. Маленькую машину. Среднюю машину. Ой, сейчас будет... Это у нас был 8-й. 9-й. 9-й это у нас землетрясение. Не буду его включать, да. Это просто подбросит машины. Но есть у нас Мартиан Торнадо. Это торнадо без неба. Просто мощнейшее. Давайте я его поставлю здесь в углу карты, чтобы оно пришло к нам. А то резко нам не надо. Я в танк. Ого! Это что-то нереально скоростное. А, мой танк! Я на В подлечу. Почему оно такое резкое? Вот это эпик. Пацаны, нравится вам? Да, покидаю свой танк. Автобус просто, я летающий стал. Автобус кого-то убил, Димас, позитивчик.
Он на крыше дома, а нет, упал. Пацаны, вы готовы? Да. Ага. Ой, я не ожидал, что будет на всю карту. Почему так жестоко? Нифига себе, дай хоть со стороны посмотрю. Не, оно, Серега, не на всю карту. Оно больше половины. Нифига себе, тут кидает танк, как пушинку. Жесть. Не-не-не, уходи, уходи, торнадо. Ты сильно жестокий. У нас же есть цунами. Ой-ой-ой. А чё ж так темно? Он не... Оно до потолка было, ты видел? Это мега-цунами. Так, а это что у нас? Подожди, это было, это было? Ого! Стой, давай поставим объекты несколько. О! Отлично, давай, врубай. Или два я. Ух ты! Так синхронно прям? О, понеслась моча. Смотри, как этот брейк лобает танк. Давай, давай, не останавливайся. Оп, давай, давай. Оп, давай, давай. Двигай телом, отдыхай. Оп, давай, давай. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Кока, Кофеварка, Алга. Как всегда, очень много подписчиков и классное настроение. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем на очень классной карте Big City в очень крутую игру Garry's Mod. И у нас сегодня стихийные бедствия. Выживание. Можно будет выживать на машинах, брать любого монстра. Просто кто хочет и берет. А мы будем ставить... Я, короче, буду выживать на машине. Сейчас мы, ребята, поставим. Я просто хочу успеть сесть в машину и свалить. Давайте сразу возьмем с пятого... Не, давайте с четвертого левела. Погнали. Кто выживет, тот красавчик. Ой-ой-ой, что-то я думал, будет полегче. Стоп-стоп-стоп, отлично. Ого, это всего лишь четвертый левел. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Он что-то ушел, да? А вон он, давайте к смерчу. Кто не сыт, до смерча все. Я за ним. А ну иди сюда, сыкон. Текает между домами. Где-то игру взял с мафии. Ой, машина. Ого, он летит. Эй, осторожно, новые колеса. А что у тебя колеса отломалось? Ой, мы тоже что-то не этот, немножечко. Нажмем тормоз. Ух. Вот это колбасит. Нормально, мне нравится, продолжаем. Эй, слышь, щенок, ты... Твою машину именно откидывает по красоте. Блин, люблю Garry's Mod. Кстати, физика прикольная. Есть. Вот это нормально. Стоп, стоп, ручник делает чудеса, видите? Ничего не может сдвинуть. Ребята, все фигня. Вот давайте реально лучше поставлю, согласны? Давайте, например, я поставлю огненный смерч. Горите все, ребята. Добра вам. Вот это жесть, смотрите, Чика полетела в небо. О, на крышу. Ой, а что у меня с колесами? Эй, колеса, ставьте ровно, стойте. Ого, что творится? Мне нравится, мне тоже. У меня, короче, передние колеса как-то странно себя ведут. Ух ты. Давайте камеру подальше, чтобы хотя бы понять, что происходит. Я лечу. Вот это жесть. Приземляемся, ребят. Надеюсь, будет посадка неудачная. Ой, удачная. На колеса встану? Да. В принципе, побелить, покрасить, и машина этот поедет. Да, она еще на ходу. Она еще, кстати, управляет. То, что там колеса криво стоят, она реально управляет. Смотрите. Я могу рулевать. Давайте посмотрим, сколько она еще поедет. Сейчас, разгончик. Нет, она не может. Ладно. Летим к пацанам. Пацаны, вы где там? Я удалил смерч. Ого, там машина чья-то в небе. А, это не машина. Это чья-то плита. Так, ребята, я спускаюсь. Ну что, нормально была выживалочка? Давайте дальше. Давайте, например... А что давайте? А давайте, например, небольшое наводнение. Так, транспорт. Сейчас. Возьму такую машину спортивную. Ой. Вот так. Ребята, сейчас будет небольшое цунами. Смотри. Надеюсь, выживу. Надо, наверное, надо было брать лодку, а не машину. Пошла, пошла жара. Ой-ой-ой. Надо было доску скачать и серферить. Че, я живой буду? Жизнь не тратится?
Я в машине жизни не тратится. Ой, с музычкой, как говорится, погибать с музычкой. Нифига себе твою машину расфигачила. А у меня спортивная машинка Нор, потому что с этого пака машины не разбиваются. Так, ну чё вы, хлопчики? Сейчас будет немножечко жестче. Так, я сразу сейчас возьму, поставлю машину, а смерч этот поставлю далеко. Так как этот смерч очень большой, я надеюсь, я уверен, что я просто не успею свалить. Берем мощную машину, например, вот эту вот. Вот эту вот. Пацаны, сейчас будет что-то неимоверное. Так, 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 подальше ставлю, ждите меня там, сейчас я буду. Я поставлю на край карту. Вот, например, вот здесь. Ой-ой-ой-ой, быстрей, 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 быстрей. До тачки моей новой. Ну чё, садитесь, кто ко мне? Быстрей. О, поехали. Скрайбэйби валим. Вон он, вон он. Сюда, 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 сюда. Блин, чё она буксует? Ты тяжелая кабака? Я по сравнению с тобой какой-то чили-пиздрик вообще, манюся. Веселимся, прикольно. Так, сюда едем. Вот мне нравится, как сделали звук двигателя. Просто круто. Наваливаем. Смерть сзади. Че, давайте не будем сыкать, поедем к нему. Что, мы вообще конченые суконы? Эй, запорожец бешеный, за мной. Надымел там тебе дыма. Ты меня не догонишь, смотри. Я с шифтом просто улетейшн. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я слышу смерч, пацаны, я реально его слышу. Приближаемся. Сзади бежит аниматроник. Так, а где он? Он что? Вон он сзади. Да что мы разминулись с новой штуковиной? О, поехали. Вот этот поменьше будет чили-пиздрик. Так, 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 я вон вижу, крутит. А что ты, машина, едешь, как конченая? Так, легче, легче. Вон он. Веселимся. А мы едем, едем в сторону торнадо. Потому что нам это все надо. Рэпер. Вот он. Я вижу. Пацаны, ну что? Это сейчас будет полет. Так, приближаемся. Где ты, кабан? Пацаны, сейчас мы полетим. О, меня уже машину швыряет. Я на шифт на него наваливаю. Эй, машина. А что меня так слабо подкинуло? Он кончился, что ли? Не да. Туман такой от него. А ну давайте поедем туда посмотрим. Да не может быть, что он кончился. Он что, конченый? Давайте посмотрим. Так, мне нравится так выживать, прикольно. Эй, ты тяжелый, ты мою машину портишь, поехали дальше. Ты весишь 500 кил, а рассчитано на 300. О, еще и невидимый можешь в машине вставать. Так, я сейчас ставлю, ребята. Я сейчас вам поставлю. На! Ого! Ой-ой-ой! Чё-то нифига. Давайте тормоз зажмем. Ну ничего, машина целая, вообще просто сильно телепает. Фигня, мне не нравится. Давайте другое что-то возьмем. Например. Вот это землетрясение! Ух ты! Ой-ой-ой! Эй, моя... Землетрясение, стой! Ты психованная. Ой, я на спауне появился. Так, хорошо. Мы доходим до 9 левела. О, тут только землетрясение. Давайте мы его сейчас активируем. Ребята, сейчас небольшой сделаем эпик. Сейчас, 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 сейчас. Так. Разных машин оставим. Все, я думаю, столько хватит. И ставим вот это землетрясение. Я взлечу, чтобы у меня камера не тряслась, просто понаблюдаем за результатом. Ух ты! Нормально. О-о-о-о. Пойдет, пойдет. Ого, ничего себе, землетрясение, неужели так действует? Машина как метеорит полетела, четко вообще. Так, ну что, а сейчас будет вообще что-то неимоверное. Ребята, очищу карту на всякий случай. Случаи бывают разные. Так. Я сейчас возьму себе машину.
куча ошибок почему-то выбила. Давайте машину возьмем, которая не разбивается, чтобы я мог в ней находиться. Сейчас я сяду в нее. Че, пацаны, готовы? Тачка прикольная, она для дрифта классно сделана. Так, это было показательное шоу, а теперь выживашка. Это будет жопа. Пацаны, я не знаю. А есть еще? О, есть вообще ж последняя, почему бы и не максималочку? Ух ты! Хо-хо-хо-хо! Вот это звук, мне он нравится. Погнала, погнала. Нереально ты убась. Стой, стой, стой! Стой, психичка, стой, стой. Классный сам эпин, да, сам пуск, это такой какой-то мегавзрыв. Давайте еще раз покажу. Ух ты! Стой! Стой, 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 стой. Ой-ой-ой. Ну а теперь, ребята, как всегда, цунами. Цунами будет идти оттуда, валим. Сзади, сзади, цунами! Ой-ой-ой. Ничего не понятно, но очень интересно. Я в машине, что в салоне проникает вода. Я буду от первого лица. Ночной режим. Ничего не... О! Я живой! Только ничего не могу... А! Машине жопа, неужели так бывает? А я живой. Короче, машина это часть дома стала, да? А нет. Вы готовы? Сейчас будет самое эпическое. И концовочка. Ребята, только для вас. Мега торнадо огненная. Все написали, сделай место взрыва огненная торнадо. Так что, ребята, что просите, то делаем. Мне кажется, это очень хорошая идея. Нет, что-то просрало. Видно, еще от цунами отсырела земля. Давайте поближе. Ой, я думал, я чуть проживу, чуть-чуть. Летим, сразу летаем. Ой, горит, горит джипа. Ух ты, вот это что такое. Это взрыв, который просто ходит по карте и все лупашит вокруг. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Ты сейчас...